Значит, первый раз, когда мы были в Толке, нам надарили, там все наши кошки надарили кучу книг. И среди них было три книги Геннадия Сакс, да? Геннадий Сакс, в память. Я решил написать песню. Сначала хотел веселую песню написать, потом я смотрю, что он сам пел такие песни, сам выступал. Я решил найти такое лирическое, и мне вот очень понравилось стихотворение, не знаю, может быть, кто-нибудь его знает, называется «Внутреннее зрение». Он написал в 2010 году, очевидно, он был когда в больнице. Вообще, поэты в больнице, я заметил, пишут очень такие сильные стихи. Акуджава, там «Больничное гляну окно». Потом мне попадался такой очень маленький, маленького формата сборник Роберта Рождественского, там были только его больничные стихи, все замечательные, без всякой там советской этой самой, именно стихи, сильные стихи сильного мастера. И вот, значит, «Внутреннее зрение»,